и от нас бы научились вновь полюбить, Христа и Его истину. Так что от нас требуется? Мы должны быть примерными христианами. Мы должны любить всех, не только своих ближних и тех, которые нас любят, но мы и должны показывать всем, что такое христианская вера. Не стыдиться. Когда требуется от нас молитва, даже если это среди народа языческого или нехристианского, так мы должны перекреститься, помолиться. Вот кто из нас перед обедом в ресторане, например, кто из нас перекрестится? Кто не боится встать и спеть молитву или прочитать ее? Этим же мы и проповедуем Христово Евангелие, показывая людям, что мы не боимся, не смущаемся, не стыдимся. Наоборот, мы возвещаем истину, и мы возвещаем любовь, которую мы приняли от апостолов. Если мы называемся их преемниками, так давайте будем им подобными. Итак, дорогие братья и сестры, в день святых апостолов Петра и Павла, пусть и мы вспомним о той миссии, которая дана нам, самим Спасителем, быть такими же апостолами, как и они.